Наш телеканал уже не первый раз рассказывает об акции «Небо для всех». Его организуют для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В нынешнем году праздник прошел не в Твери, а в Рамешках, где находится детский реабилитационный центр «Надежда». Праздник под названием «Небо для всех» уже хорошо знают жители Твери. В его рамках добровольцы при помощи спонсоров организуют катание на воздушном шаре, на лошадях и прочие развлечения для всех тех, у кого жизнь складывается не самым лучшим образом. Приглашаем людей с онкологией, детей с церебральным параличом, ну, в общем, слепых людей, наших старых друзей, людей с ограниченными возможностями из Тверского общества «Кристалл». В этот раз организаторы решили поменять место проведения. Теперь настала очередь Рамешковского района, а именно социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда». Его директор отмечает, что для них такой праздник – это большое событие. Спасибо большое за такой интерес и хороший праздник. Он бывает крайне редко, потому что мы находимся далеко от города. Трудно собраться всем вместе. Самое главное, что из этого праздника на лице детей улыбки, хорошее настроение. Изюминкой нынешней акции стала ее мотоциклетная составляющая. Байкеры сразу двух тверских клубов организовали катание для детей. Сотрудники регионального управления МЧС наварили для всех настоящей армейской полевой каши. Гвоздем программы стали полеты на воздушном шаре. Очень понравилось. А что понравилось? Ну, когда ты поднимаешься, ты сразу видишь все. Вот, очень много. Но если вниз посмотреть, очень страшно. Ты поборол свой страх? Да. Но добровольцы уже сейчас продумывают следующую акцию. В планах поездка в СИЗО, где несовершеннолетних заключенных профессиональные художники будут учить рисованию.